28 августа, в день закрытия мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Казань-2019, делегация с представителями судебной власти Китайской Народной Республики посетила Казанский федеральный университет. Китайскую делегацию возглавил Ван Юэфэй, вице-президент Высшего народного суда провинции Хэбэй Китая. Сопровождал делегацию заместитель председателя Верховного суда Республики Татарстан Айдар Галиакберов. Китайские представители в рамках визита в Верховный суд Республики Татарстан решили посетить также музей Казанского федерального университета. Большей части интерес гостей вызвало все то, что касалось личности Владимира Ленина, основателя советского государства. Коммунистическая партия Китая на сегодня – это главная политическая сила в стране, а строительство социализма с китайской спецификой является основной идеологической установкой. В связи с этим личность Владимира Ленина в Китае особо почитаема.